приехали на невероятной красоты озеро. Озеро Кайынды. Одно из чудес Казахстана. Такая вот здесь кристально чистая вода. А озеро образовалось в результате землетрясения 1911 года и сильного селя, который затопил реку, и образовалось, в общем, это озеро на месте, собственно, леса хвойного и вот эти вот ели, которые, стволы которых торчат из самого озера, они как законсервировались, потому что вода здесь порядка 6 градусов, очень холодная, и позволяет деревьям стоять в таком, собственно, нетронутом виде, как будто они законсервированы, не гнить. И под водой здесь очень красивый подводный мир. Сама не была, видела много фотографий. Там как будто там ветви этих деревьев путали водоросли, и создается ощущение, что это, собственно, есть хвоя этих елей тяньшанских. Вот такая вот красота. Ехать, конечно, сюда не близко. Дорога, ну, скажем так, не вырастая. Не простая, последние 10 километров, то есть предыдущие 200 – отличная дорога. Ехали мы на Audi A4 All Road. На ней вполне везде можно проехать. В любом случае, это зрелище стоит того, чтобы сюда приехать, посмотреть, увидеть, и ну, просто невероятная красота. Это горы, это озеро. Просто очень здорово.